Здравствуйте. Хочу с вами поговорить. Да. Угу. Это что? Закрываем дорогу. Да? Благодаря этому человеку, да? Я так понимаю. А почему? Почему мы остаемся, я не знаю, мы вообще остаемся. Вы знаете, что у нас ката вообще никуда нету. Мы вообще сами знаете. Я хочу знать, почему? Почему здесь выравнивается дорога? Вы хотите здесь наладить отношения вообще с кем? Здесь вообще проезда не было никакого. А проезда не было никакого? Никуда, да. А у нас что? У нас жизни нет никакой. Так у вас желание-то какое? А вы не знаете, какое у нас желание? Ну, я знаю, какое желание. Ну и? Вот вы, например... Мы с вами уже миллион раз говорили об этом. По поводу чего? По поводу вот этого отношения. Как можно так жить? Вот смотрите, если я туда высыплю песок, да? Да? Здесь вообще болото будет натуральное. Здесь дом потонет. А дом и так уже утонул. Ну. А вы не видите? А сейчас вот это самое, я говорю, я еще раз говорю, если мы туда бросим песок, это все, это у нас дом будет потоплен 100%. Поток? Да, конечно, это самое. И в воде-то некуда будет уходить. А здесь дороги а, тоже. А конечно, будет. Она сейчас ей есть куда уходить, да? Под дом наш. Сейчас, почему под дом? Она по дороге выходит. По какой дороге вот, она выходит? По той вот. Да? Мимо дома, да? Правда? Вы знаете, я очень долго на вас надеялась. Но сейчас я на вас не надеюсь уже. Я перестала на вас надеяться. Ну что, я, например, не Всевышний и не Бог. Вы не Всевышний и не Бог. Но есть помочь, помощь, вы понимаете? Ваша помощь. Заключается? Так вы обязаны нам помочь. Вы кто? Вы наша администрация. Да, поэтому это самое. Я к вам обращаюсь уже много-много лет. Это не один год, не два, не три, не четыре даже. Вот. Много лет. Да, но для того, чтобы сделать вот канализацию для вашего дома, это нужно финансирование. Финансирование? Хорошее, нормальное финансирование. Угу. И? А так, на сколько мы один? На все. Вот там сделали, там сделали. Есть, где не нужно, сделали, да. А там, где нужно, на самом деле, вы не сделали. Ну, еще будем делать. Я просто не знаю, когда, но будем делать. Вы не хотите делать это. Почему это? Потому что не хотите. Вы не хотите. Нет, знаете что, за один год еще не сделаешь. Да, за один год? Да. А я к вам еще один год обращалась, что ли? Ну, слушайте, есть руководитель, да, давайте это самое с ним переговорите, с руководителем. Вы вот тоже это самое хотели здесь тротуар сделать, да, доски привезли, это самое, значит, и тоже вот ничего сделать не можете. Почему вот? Вы ко мне обращаетесь? Вы же сами обещали. Я ничего не обещала сейчас никому. Доски, я ничего никому не обещала и не делала. Сейчас доски изменили. А вы обещали что? Что я обещал? Кругляшки. Обещали? Кругляши. И где они? Да где хоть... они? Так скажите мне, а как мы доски сделаем на кругляши, если кругляши нету? Сколько надо? Я же вас спросил. Скажите, сколько надо кругляшей? Вы, во-первых, ничего не спросили. Во-первых, я не знаю. Вообще ничего не понимаю. Это понимаю. Я, это так квартира делали. Дайте мне это самое вот, количество вот этих кругляшей, сколько надо привезти. Привезем. Не в этом привезете. Проблема. Конечно. Да? Да? Здесь было это самое как раз, не знаю откуда, чтобы засыпать яму. Яму засыпали. Какую яму? Вон там, которая была. Ту яму засыпали. Канализацию. А то, что там? Там не было вообще. А то, что у нас, кошмар, да, вы знаете. Я не знаю, за это не надо, да, почему бороться? Почему не надо? У нас таких, знаете, сколько домов? У нас таких домов очень много. Сколько? Да. Сколько? Очень много. Сколько? Сколько? 18 домов. 18 домов? И 18 домов вы не можете сделать? Не это целый сразу, поселок. Сразу сделать не можем. Прям целый поселок. Да почему поселок? Это да потому что мы дышим. Дети дышат, которые ходят. Не знаю, мне пока нечего сказать вам. Пока нечего. Будут финансирование, сделаем. Сейчас вы ничего не можете. Я раньше, честное слово, я вам так доверяла. Я говорю, я не буду. Я думала, что вы на самом деле... можете что-то сделать. А сейчас случае. Поняла, что вы ничего не можете. Вы ничего не хотите. Ну ладно, тогда это самое. Попросите тогда. Вы может. Не хотите. Попросите, кто может тогда. Вы можете, но не хотите. Да, можно. Если бы я мог, я бы давно бы сделал. Что бы вы сделали? Давно бы сделал канализацию, если бы мог. В том-то дело, что не могу. Угу. Финансирование. Угу. Это же это самое. Который идет не туда, он на это идет, да? Да это бесплатно. Потому идет. Что, слушай-ка, дядя Вася попросил ямку закопать. Ну хорошо. Конечно, дядя. Да. Хорошо, дядя вот Вася. За это я.